Это самый лучший танк из новогодних коробок, друзья. Самый лучший. Так, дальше у нас вне очереди идет объект 780. И 7 на максималках, не устану этого повторять. Я его очень люблю, мне этот танк супер сильно симпатичен. Оборудка, ну, желательно боновый досылатель, закалка, турбина. Можно вместо турбины использовать вентилятор. В принципе, что вам нравится, то и используйте. Полевая модернизация вот такая. У нас офигенная карта. Просто великолепнейший сетапчик. Я думаю, тут будет достойный бой. Так, Indian Panzer надо из очереди удалить. Сейчас почищу очередь техники. Все. Друзья, в очереди 50B, Е100, 50 ТП, ВЗ-111, 5А, ФВ-183, СС-59 и МС-1. Если вдруг я какой-то танк не записал, поправьте меня. Ну, вроде я все записывал. Три отметки на Центурионе на этой карте. Боев за 30, наверное, возьмет. Ну, у меня, наверное, средуха 1007 будет на ней. Ну, 6500 точно будет средуха. На этой хорошей карте. Ну, камуфляж красивый такой, зачетный. Мне нравится. Давайте, добивайте его, засранца. Молодцы. Блять, крыса на леопарде стоит. На кемпе далеко. Сейчас даст по мне, конечно. Ну это крыса прям гнилая, сука. Дно, блять. Просто дно. Все, что может в кустах стоять. Когда все нормальные люди едут в город, сближаются, он возле арты стоит. Ох, 1700 хп, боеукладка, минус голова. Как ему, наверное, было больно сейчас. Да что такое, как я ему не дал урон. Сами видели, залетело в каток. Странные дела. А, теперь его не пробить, теперь он неуязвим. Только если в лоб залетит. О, арта в засвете. Овца на леопарде. Пойдем кемпить леопарда. Объясни, почему ты берешь танк в автоприцел? Что это дает? Трачу меньше времени на сведение. А смотри. Я сейчас еду. Я взял в автоприцел. Я могу водить камерой, это первое. Без потери сведения. Во-вторых, я выехал. У меня уже пушка идеально смотрит на танк. Идеально на него пушка смотрит. Мне меньше времени нужно тратить на сведение, чем если бы я не взял его в автоприцел. У меня бы пушка где-то градусов на 10 в сторону была бы. И я бы уже дольше времени на сведение тратил. Потому что мне бы приходилось довернуть пушку на танк. Понял? Меньше сведения просто. Нихуя себе. Вот этот пидорасина выжила, к сожалению.
Ой, жалко. Ну, хоть арта умерла, спасибо и на этом. Починю баки лучше. Так, я на поляка, наверное, забью. Этот дурак сдохнет, конечно же. Ну, Сергей, я надеюсь, тебя этот бой удовлетворил. Серег, прикинь, я на двоих танках твоих сыграл на 8000. Вообще круто, да? И на Центе, и на 780-м. Шикардос. Куда это дно кустовое убежало? Интересно. Куда это днище съебалось? А, ну да, я так и знал, я не туда поехал. А подожди, у нас же Кунзе Панзер проехал вот здесь. Как он его не просветил? Ничего не понял. У меня 3 фрага, я написал, сейчас дай воина. Сейчас воина дадут мне. Ха.
Павел, доброй ночи. Почему так много турбачей в игре стало? Уходя из игры 4 года назад такой хуйни не было. Это пиздец, как в глаза бросается. Какой крутой бой! А как мы охеренно вафлю обоссали по центру, вы видели? Это так шикарно было, я удовлетворен прям был, когда я наказал вафлю тупую эту. Паша, привет, подскажи лучше ли... Ну шикарный бой, шикарный бой. ...3, и стоит ли вообще покупать его? Это самый лучший танк из новогодних коробок, друзья, самый лучший. Из десяток, если вот брать. Есть там Леон, есть там КПЗ, есть Вафля, есть 780-й. Да, понятно, что все люди стремятся к Вафентрагеру. К Вафентрагеру все стремятся. Но поверьте мне, стремиться нужно к 780-му. Это просто охуенный танк. Дай бог здоровья. Заносите лайкосы, ребят. Прожимайте лайки за такой шикарный бой. Ну,